Привет всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Лера, это канал Pixel Play. Сегодня у нас очень интересная игрулечка. Ну, я не знаю, насколько она интересная, конечно, но надеюсь на это. Goosebumps Night of Scares. Вроде как Google переводчик сказал, что это мурашки, ночь страхов. Естественно, если как всегда тут записала все, релиз был в декабре в 2015 году, это что-то прям совсем старенько, уже 5 лет назад, но обнова последняя была 2 года назад, в мае 2018. Вот, после этого все веселье закончилось, и как бы вот как была она в 2018, так и осталась. Тем не менее, больше 5 миллионов скачиваний, я не понимаю, почему, за что и как, и мне очень стало интересно на нее посмотреть, поэтому давайте уже приступим. Тут есть режим VR, если нажать в настройки, тут есть какая-то хреновня, которую я вообще не понимаю. Это touch, ну touch это понятно, это самое, VR и look. Что такое look, мне непонятно, то есть это можно управлять вот так вот или что, или как. В любом случае у нас тач, но тут есть еще инвертач, это я тоже не знаю. А, это может быть инверсия, типа если ты левша, наверное, вот такая тема. Окей, давайте посмотрим. Я в саму игру, естественно, не заходила, была только на начальной заставке. Tap or highlight footlinks to move. Я примерно только могу понимать, что тут. О, тут есть карта. Это круто. А, что тут пишут? Он говорит, нажмите на ноги, чтобы двинуться вперед. Find the typewriter. Найдите. Они что-то еще говорят, я вообще ни хрена не понимаю, не шарю просто. Typewriter. Ну, writer это ручка, да, или писатель, или что-то надо найти, может быть, это печатная машинка. Как мне вернуться назад? А, я могу еще смотреть тут все. Да, вот, я думаю, что точно печатная машинка. Вот, нашли. Что? Так я нашла ее, что ты хочешь? А, надо нажать. I'm R.L. Stanley, я писатель Дарнит Type Winter. Вот. Я пишу вот эти мурашки, ты знаешь, больше 400 миллионов напечатанных, неважно. Писатели заблокируют. Это чувак очень знакомый, So Horrible. Это же актер, по-моему, какой-то. Get ink in the drawer. Это откройте ящик. Что это? Посмотри на хайлайт. Сюда посмотри, пожалуйста. Wow, much better. Okay, listen. Вы должны слышать, что происходит, и я слышу немножко похоже. Что-то, кто-то пришло. А, спрячьтесь под стол. Ага. О, здорово, это этот. В смысле? Почему он меня съел? Вау, much better. Okay, listen. Еще раз? Ага, пошла. А, нельзя смотреть на него, наверное. В смысле? Так я не понимаю, что ты хочешь от меня. Вот, он стучит. Ну, так что? Я поняла, бля. Я поняла. Глаза эти зачем-то нужны. Он свалил или нет? Нет, вон он стоит. Сучоныш. Ушел? Ага, все. Так, я теперь...
stop him. First, I need you to find a book. It's called Night of the Living Dummy. I left it over by the Egyptian display. Я поняла только, что я должен остановить его. Ну, давайте, я не знаю, что вот это что-то мигает, надо это взять. А, найдите какую-то страницу near the fireplace. Что за fireplace? А, мне надо его открыть, наверное, или что? Бля, я не понимаю, что я должна сделать. Может быть, мне ключ надо найти, потому что тут он какой-то замочек. Это? You need a key to get out of the study. It's behind the blue books by the door. Unless you can see in the dark, I suggest turning on the lights. The light switch is next to the door. Какой-то свет что-то дает, что-то я не поняла. Ничего. Мне нужно, короче, находить страницы, я так поняла. Я одну из трех нашла, надо еще одну найти. Правильно? Включаем свет. The key, значит, ключ около голубой книги by the door. By the door – это около door, около двери, наверное, да? Так тут все книги как бы... А, нашла. Так, теперь открой. Я все просрала, спасибо. А, я тебя не боюсь, но если ты видишь или слышишь, что надо, видимо, прятаться или что. А я ничего не слышу. Слышу. That's a graveyard ghoul. Slow. А not где? Too smart. Just keep a little ahead of her. If she traps you, try and hide. А, вон ходит, вижу, кажется. Здравствуйте, здравствуйте. А кто это? Это кто-то очень слабо дышит, со слабыми легкими. Так, все, она ушла. Я надеюсь, они же не будут сюда заходить постоянно. А нахер я сюда пришла вообще? Я просто спрятаться сюда пришла или что? Я ищу страницы, я так понимаю. Нет, откройся! А вот теперь закройся. Ага, так. Это все... Я, кстати, это ребенок, что ли? Я не понимаю, потому что я такая маленькая. Я типа такая маленькая. Прямо смотрите, на уровне раковины. Ой. Не поняла. Это что сейчас было? Так. Это что за жесткарь? А это хороший гном? Или плохой? Он хороший или плохой? Он, наверное, хороший. Потому что я прошла мимо него, и все нормально было. У меня же мурашка по спине пробежала. Вон эта тёлочка идет. С больными легкими. А зачем тут гном? А? Бля, вроде так все мило, а все равно стрём. Она свалит оттуда, нет?
Вон я что-то нашла. Attack of the graveyard ghouls. Anything that crawled out of that book would be hungry. Что? Простите. А что сделать-то надо? Ну? И чего? Слышь, гном, зайди-ка сюда. Я-то думаю, что он тут не просто так-то ходит. Так можно взять-то страницу, не думаю. Ты издеваешься надо мной? Я не могу ее взять. А можно что-нибудь почитать тут, я не знаю. Ты видишь, она не берется, я нажимаю на нее. Может, это пролагало как? То ли это опять мой телефон, то ли что происходит вообще? Тихо. Прячемся. Прячемся. Вроде говорю, тут так мило все нарисовано, а все равно стремота, блин, какая-то. Блин, можно мне что-то под спину подложить? Это капец. Долго это ля-ля тут будет? Надо слушать, короче, здесь. Надо найти еще одни наушники. Так, ты кряхтунья ушла? Идем дальше, нам осталась последняя страница. Отлично, можно что-нибудь почитать-то, нет? Мы все обследуем, короче. Так, закройся. Мне опять гнома надо найти? Или что? Нет? Да выйди ты, а! Тут, короче, какая-то хреновня с управлением, представляешь? Вон страница. You completed the book. Now find Slappy and open the book on him. Найди Слаппи и открой книгу. В смысле? А, давай. О, я, кажется, знаю, откуда. Это был такой фильм, по-моему. Или нет? А где Слаппи? Как мне его найти теперь? Don't go downstairs yet. It's too dangerous. Еще не спускаться? Так вдруг там Слаппи? Мне страшно. Был такой фильм, короче. Ой, вон он стоит, сучоночек. Just make sure the lights are on when you go after Slappy. Stein, you're around. I'll be back. А, мне надо еще ближе подойти. Как открыть-то ее? Ты издеваешься надо мной? I'll be back. Я лошара, что ли? Я не понимаю, как ее открыть? You've completed the book. Now find Slappy and open the book on him. Here's Slappy around. I'll be back. See you around. I'll see you around. I'll be back. Я не понимаю, как книгу открыть просто. Просто не понимаю, сука. Вы можете мне сказать, как ее открыть? Вы издеваетесь надо мной? I'll be back.
Я когда не... Ты издеваешься надо мной, по-моему. Может, на него надо нажать? На Слаппи, может, надо нажать? Блять, это пиздец, просто поиздеваетесь, блять. Вы, сука, издеваетесь надо мной. Это просто пиздец. У меня камера сожрала уже все время. Просто надо было нажать на ебаного Слаппи, при этом надо было на него нажать так, чтобы, сука, подойти к нему вплотную, прям в жопу ему дышать и нажать при этом. Я не знаю, давайте вторую часть попробуем, я сейчас только что выбесилась. Ну опять то же самое, я так понимаю, только 6 страниц уже, пиздец. Don't panic, don't panic. Best to trap him again. Вон тёлка ходит, это хрипящая. I hope you can find your way downstairs. Да пиздец. Эта игра-то может игра-то может и интересная, но вот эти обучалочные моменты до меня всегда туго доходят, если честно. О, камера еще разряжается, вообще пизда. Сейчас просто все вырубится нахуй. Привет, красотулечка, ты моя сладкая. Ты моя хорошая, замечательная. Я не пойму, откуда она. Если Слаппи это этот куклы, да, игрушки эти, как он. То она-то вот откуда, я не могу понять. Господи. Так, я играю до разрядки камеры, после этого я подзаряжаю камеру и продолжаю, не знаю, что сказать. Так, страничка, отлично. Одна есть, еще 5 осталось. Я думаю, что в этот раз пойдет все быстрее. О, гномыч! Подожди, а он хороший или нет? Ладно, мы его еще настигнем. Вот он. Revenge of the lawn gnomes. What was I thinking? Just smash him as fast as you can. Да, блядь, что с этими гномовскими страницами не так? Скажите мне, пожалуйста. Я на них нажимаю, и они не это... Не берутся, видите? Хорошо, сходим в другое место, вернемся потом за страницу. Ну, я не знаю, это пиздец. Кто-то идет или мне кажется? Вот еще одна страница. Вот эти берутся, а те страницы, которые из гнома, они берутся одним жопой только местом. Я не знаю, почему это лак игры по-любому, потому что вы видите, что у меня все остальное норм работает. Ой. В смысле? Она не может быть, ее в комнате тут не было.
Ага, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше ничего? Как ваше здоровье? Как ваше горло? Доктор Мом в помощь. Ничего, такие туфельки, кстати. Ага, спасибо большое. Свет нахрен вырубили, ничего не вижу. Ага, вижу. Так, ну все, мне теперь только вниз. Сейчас давайте-ка дойдем, посмотрим до этого самого. Смогу ли я взять эту страничку сейчас? Она какая-то совсем уж не тактильная. Вниз тогда, да, наверное, уже пора? Уже пора двигаться вниз. Toy Terror batteries included. So long as it's not the Annihilator 3000, we should be fine. Остается, друзья, только надеяться, что вы хорошо знаете английский и вам интересно все это читать. Как бы вот. Ключа нахрен нету тут, понимаешь? Oh, careful, that statue. Что? Was an ancient artifact. Что такое? Мне некуда спрятаться. Ты что еще за звук-то опять новый какой-то? Друзья, о господи Иисусе, в прошлый раз у меня просто все пошло по пизде просто, и мне пришлось перезаписывать это все. Ну, точнее, как перезаписывать? Вторую серию слепить. Сейчас уже другой день, другая серия, другие нравы. По-моему, ту серию как раз прервала на том моменте, когда серию опять. Уровень. Тот уровень прервала на моменте, когда спускалась на первый этаж. Но понимаете, что? У меня игра вылетела. Точнее, не игра, а... Toy Terror batteries included. Так, тут кто-то ходит, подожди, блядь! Тихо. Я просто слышу, как хрипит эта бабка. А на моменте, когда... Вот я сидела так же, и у меня вылетело приложение для записи. Я очень долго говорю, просто невозможно долго. Так, ну погнали туда, я не знаю. Что это еще такое тут? Это не открывается? А? What? Oops. It's the Annihilator 3000. I'd stay out of that red beam if I were you. Я, короче, так понимаю, что нельзя попадаться на этот красный свет. Да. Вот, видите, видите, он ходит, выключает, сучка маленькая, свет. Ай, пойдем быстрее, а то красный свет. А, так, о чем я говорила? Здравствуйте, здравствуйте. В стиральной машинке-то мы еще не прятались. А где три страницы-то оставшиеся? Мышкин-то кот. Тут вообще ничего не видно. There are one or more pages in this room. One or more... А, он сказал, что в этой комнате одна или больше страниц. Представляешь? Какие дела? А в смысле? Тут можно ящики как-то открывать или что? В смысле? Прячься!
Все! Господи, я сейчас чуть не обосралась. Такой звук вообще. Так нет уж никого. А, нет, вон шлепает. Хрипуля наша. Где она ходит-то? Я и не вижу ее. Короче, на самом деле, несмотря на всю вот эту вот мультяшность какую-то, и вон она меня не заметит. Как она меня не заметит? Она что, дура? Слепая. А что мне надо было сделать? Я нажала на эти глазики. В смысле? Ну, мы продолжим, потому что я сейчас посмотрю, видимо, рекламу. Вот опять она. Мы пойдем вот сюда. Или она отсюда идет, ёшкин кот. Ой, здравствуйте. Дай мне прятаться-то, ёшкин ты кот. Тихо. Она меня успела завидеть? О, страничку нашла. Нет, она сейчас не могла меня успеть посмотреть на меня. Да, она свалила, а мы тем временем осталось две странички. Короче, я говорила-то о чем? О том, что несмотря на всю мультяшность, да, все равно стрём какой-то вот берет меня, я даже прям не знаю. А что, нам надо что-то со шкафами делать? Тихо, тихо. И что здесь должно быть? Oh, careful, that statue. Ничего не понимаю. Что нахрен? Она где-то тут, да, эта бабка ходит, блин. А, вот здесь надо ключ, а где мне его взять? Я оставила холодильник открытым, отлично. Так, вот с этим надо что-то делать. Я ищу, видимо, ключ, я так понимаю. Что, я оттуда ничего не бросала? Это опять она идет? Бля, опять она шлепает, а? Оп, сидим, ждем. Короче, вот все эти игры, где надо, знаете, прятаться и сидеть, выжидать, они прям реально напрягают. Прям реально напрягают. Я так понимаю, что это я нашумела, ее привлекла, наверное. Она там что-то жрет, что ли, не могу понять. Даже не думай, ты меня не видишь. Ты 100% меня не видишь. А мне что, надо все ящики обыскивать, да? Нашла или нет? Она ушла, да? Так, тихо. Тут слишком много печенья, ребята. И как мне там что-то увидеть? Ну это же не обязательно, наверное. Или обязательно? Зачем это все? Я боюсь, что я нашумела, и сейчас она опять пришлепает сюда. Я хер его знает, давайте, блин, просто проверим, откроем ящики, не будем тратить время на то, чтобы выкинуть.
Все, если мы ничего не найдем в этих ящиках просто так, да, то... Не будем. Блядь! Ты издеваешься надо мной? Она здесь меня увидит, бля. Она меня увидит тут. Сука. Она меня тут в прошлый раз нашла. Я отвернусь. Я отвернусь и не буду на это смотреть. Мне кажется, она меня нашла опять. Ушлепала. А чего она так быстро укостыляла-то? Как она так быстро уходит? Ой, блядь, я не знаю, что делать. Где искать оставшиеся ключи? Мне непонятно. Придется, походу, все вывалить. Не зря открывали все ящики. Только в смысле... Да, отлично просто. Осталось одна, да, по-моему, страничка? Одна. Угу. Мне кажется, это должно быть что-то, где ключ нам найти в комнату. Банан. Отлично. Ты что, дурачок? Ты дурачок? Так, вот, по-моему, там я еще не была, да? Или нет, была? Блин, а где же мне еще одну страничку-то найти? Так, тут у нас мы сейчас быстренько проскочим. Здравствуйте, здравствуйте. Где она ходит, я не понимаю, не вижу ничего. Темнота. Хочется этот... Что-то вот, знаете, первый был уровень такой прям быстрый, лайтовый. И не очень сложный. А второй уже вот прям сложный, вот прям. Прям сложный. Очень странно, если честно. Как считаешь? Ну, ушла, нет. Да, вроде ушла, все. Так, подожди, а где мне тогда найти еще тут ключ? Везде ключ. Там я была. Это как бы в обход, да? То есть как бы круговое движение тут. Здесь заперто. Сейчас я этого гнома догоню. Попробую догнать. И, может быть, в нем еще одна страничка. Какой-то был. Да, блин, ты издеваешься надо мной? Иди сюда. Нету ни хрена, видишь? А здесь я была? Так, а тут тоже ключ. Слушайте, я не понимаю... Давайте сбрасывать книги. Что еще? Блядь. Как она не вовремя-то все время приходит, а?
Я уж думаю, запись забыла включить, вообще пипец. У меня в последнее время мозги просто на бикрень, просто уже из-за этой самоизоляции. Уйдешь ты сегодня, нет. Бля, ушла, наверное. Я хз. Так, я хотела поскидывать, значит, книги. Свет включите мне, ёшкин кот. А ну-ка иди сюда. Кувыро. Маленькая. Так, идем скидывать, значит, книги. Так, подожди, тут ничего не видно. Ничего и нету тут, нахрена. Нету никаких ключей, ничего вообще. Дайте последнюю страницу, блин! Мне кажется, может, она тут где-то? Ну-ка, давайте-ка посидим тут. И посмотрим вокруг. Не, не вижу ничего вообще. О, вовремя мы спрятались, кстати. Однако, здравствуйте. Она ушла сегодня, нет? Так, хорошо. Страничка, страничка. Здесь нет ни хрена. Здесь ничего просто нет. Я не понимаю, что с этим делать. Цара-цара. Походу придется все скидывать. Я не знаю просто, реально. Я просто не знаю, что еще сделать. Нужны ключи, ключей нет, как бы. Она еще не скидывается просто так, блин. Очень долгие действия, просто очень. Отлично просто, блин. Видела или нет? Этот стол мне совсем не нравится. Я вот так же дышу утром, когда просыпаюсь. Так. Ну я не знаю, что мы имеем. Мы имеем вот эту дверь, которая не открывается. Не знаю, что еще. Может, все-таки что-то в холодильнике было? Нет, ничего. Все, я не знаю, я все обыскала. Просто все обыскала. Значит, еще на втором этаже надо искать. Скорее всего. А, подожди, я вот там-то была, вроде была, да? Или нет? В смысле? Их двое, что ли, этих чуваков? Я тут не была еще. А, нет, была. Я запуталась, короче, вообще.
Здесь я, да, была, потому что я книги... Отлично. Потому что я книги выкидывала тут эти все, но, по-моему, вот туда я еще не проходила. Я, короче, просто запуталась. Мне надо карту посмотреть. Отлично, блин. Просто отлично. Вот страница, блин. You've completed the book. Now find Slappy and then open the book on him. Опять? Just make sure вот the lights are on when you go after Slappy. Нет, нет! Подожди, пожалуйста. Don't move, Stein. Где ты? Stay where you are. I'm coming for you, Stein. Водка. О, господи, это какой-то просто неистово сложный уровень был. Я вообще не понимаю. Twist this part, his short magic chapter 3. There was an odd smell in the air. Ой, блядь, ребятки, переводите-ка сами, пожалуйста. Я вообще смысл понимаю, конечно. Нет, давай в эту серию мы с тобой не пойдем. Мы с тобой сейчас попрощаемся. Пиши обязательно в комментариях. Ой, извините, пишите обязательно в комментариях, как вам эта игрулечка, она довольно старая. Ну, по-моему, такая довольно прикольненькая, немножечко страшненькая даже. А вот, и это точно из какого-то фильма, вот то, что в книгу надо обратно засунуть. Ну, короче, в любом случае идея крутая. Графика тоже здоровская для... В каком там году она вышла? В 15-м? Для 15-го года, я считаю, это вообще огонь. Так что, друзья, пишите, обязательно подписывайтесь на мой канал, ссылка на Телеграм и на Инстаграм в описании, и ставь лайки, всех целую, обнимаю, до скорых, друзья, встреч, пока-пока!